Особую обеспокоенность в крае вызывает состояние детского травматизма. По статистике ДПС края в полтора раза увеличилось количество ДТП только во второй половине июля по вине мотоциклистов. Личный состав роты ДПС Анапы ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения всеми участниками, но основное внимание мотоциклистам и пассажирскому транспорту, предназначенному для перевозки детей. В преддвериях учебного года сотрудники роты ДПС обращают пристальное внимание на водителей автобусов, перевозящих детей, проверяя у них соответствующие документы, а именно такие, как свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис. На трассе Анапа-Порт-Кавказ за сутки дежурства нарушителей мотоциклистов не выявлено. Документы, экипировка у всех в порядке. Для чего и как максимально обезопасить себя, знают опытные водители. Человек должен защитить себя полностью во избежание травм. И у каждого есть семья, у каждого есть родные, которые не хотели бы видеть вас на больничной койке или того еще хуже. Нужно мотоцикл ставить на учет, потому что смысл в чем, что транспортное средство, оно должно быть зарегистрировано, оно должно где-то числиться, да, и человека должны хотя бы знать, кто это передвигается, да, на этом мотоцикле, кто это едет, и в случае даже того же ДТП нужно знать, кто это, как это и что это. Операция Анапской роты ДПС «Курорт-2014» по выявлению нарушений правил дорожного движения продолжается.